Just me and my twin in them. Yeah, that's my twin in them. Oh, best friend, we killing them. No, no friends, get rid of them. Oh, these new niggas, yeah, I ain't feeling them. Чего я тут, кстати? Ты здесь, чтобы испортить нам пати! Я здесь, чтобы испортить вам пати! Нахуй идите, я не в этой пати! Я здесь, чтобы испортить вам пати! Нахуй идите, я не в этой пати! Гандон, придурок, чмырь и просто уёбок. Michelle, you are a monster from hell. Мы в этом городе готовы молиться на тебя. Так появился он. Тайлер Дерден. Right in front of you, this is where you wanna be.
Алло, Дилан? А ты Ричард. То есть ты меня знаешь, да? Да, к сожалению. Даже не хочу знать, что стало с моим оригинальным телом. Подожди. Чувак, ты реально об этом говоришь и... Ты реально смирился с тем, что являешься роботом? Автоматоном. Автоматоном, Ричард. А ты так и не перестал быть придурком, смотрю, да? Какая жалость. Так, сейчас. Боже. Да, у меня тут такое ощущение, что я вообще никому не нравлюсь. Но с чувствами у тебя полный порядок, бро. А сейчас информация о том, что я автоматон, меня уже не шокирует, и я не перегреваюсь. Укуси меня, пчела. Так ведь еще зима. Спать. Почти завидую. Даже железяки лучшие родители, чем мои. Даже эти лагающие, глючащие придурки лучше, чем мои родители. Лучше одна. Так вот, почему Солу смог без паттерна в коде справиться с тем, что он автоматон. Что? Подожди, Саймон Солус тоже автоматон? Приятно знать, что тебя тоже можно чем-то удивить, Ричард. Да, видел бы ты сейчас свою рожу. Ой, смотри, а что это сломалось? Темнота и пыль, и ничего не видно. Я случайно, папа, весь этот мир сломался. Значит, ты за это должна быть очень стыдна. Если что, мы нарисуем снова. Я рисую на картине смерть луны на гильотине. Солнце крипот, выстрел пушек. Я люблю свои игрушки. Сказала всем автоматонам, что они с самого начала это было моей целью. Именно для этого меня и создал GPH. Мы отменяем конец света, его не будет. Пиво, пиво, водочка. Плывет по морю лодочка.
Подожди, Ричард, о каком сигнале идет речь? О каком сигнале? Да... сигнал, заставляющий автоматонов работать. Его источник находится в центре управления. И ты не мог сказать об этом раньше? Даже если мы просто вернемся в зону сигнала, он уже не восстановится так просто. А я... блин, я понятия не имею, как это чинится. И возвращаться на остров я, если что, тоже не собираюсь. Я тоже не хочу туда возвращаться. Мы не можем так просто бросить Дилана, это же... это бред, ребята! Вернемся на несколько метров назад и встанем на якорь. Ричард много знает об автоматонах. У нас есть флешка с его данными. Возможно, мы сможем его починить. Дилан хотел быть свободным, как и мы. Ричард же сказал, что не справится. Да и зачем это? Что, в смысле, зачем? Дилан, мой друг, черт возьми! Эй, Ло, стой! Ты сейчас серьезно просто развернешь корабль, когда мы все против? Ну-ка не подходи ко мне! Значит так, да? Тогда я ухожу! Так вот как выглядит перемещение мироходцев. Она нас кинула! Ты знаешь, как управлять этим кораблем? Потому что я... нет. Вы активировали способность «Растущий организм». Молодой растущий организм хочет йогурт, кофе и любви. Молодой растущий организм зажигает новые...
me, drop it low and take it high. Постой, постой, а можно я с тобой? Привет, Дим! Иди сюда! Кот! 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 Привет, пока, все опять кувырком, а я остаюсь дурак дураком. И я продолжаю терять и врать, и я продолжаю не умирать. На азбуке морзе звонит звонков, на азбуке спичечных коробков. Я говорю с тобой ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Лолошка, Лолошка, давай, давай нормально, нормально. Нормально себя чувствую, окей? У тебя... амнезия, окей, да? Ты просто должен понять это. Тебе плохо, потому что ты должен вспомнить. Давай вот с этого начнем. Enough of the arguments. She sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. Сначала нужно выяснить, мироходец ли он. И не спугнуть этим. Иди сначала ты. Я просто чуть позже подойду. Ну, опять же, чтобы не спугнуть количеством. Слушай, Шерон, а когда ты так поумнела? In the morning, now I'm entering my bed. Had a few dreams about you. I come.
Так как ты такой же фанат гаджетов, я решил подарить тебе вот полезное. Только попробуй кому-нибудь рассказать. Вот только попробуй. Твой Дилан. У меня живет культурный кот. У меня живет культурный пес. У меня живет культурный лещ. Ребята, сегодня мы покончим с литературными шутками. Чё? Может, ты знаешь, почему на этой картонке две буквы А? What's up, Sus? Мне кажется, выкладывая эту карту, вы должны очень громко крикнуть букву А, по типу А! Сегодня мы сварим кашу из топора! Литературный юмор, это не твоё. Крикнуть букву А. Я не готов крикнуть, я просто выше этого, да. Всем привет, это канал Кок Сакер, и сейчас мы будем смотреть на жизнь бесполезных кусков говна. Интересную хуйню будем показывать вам. You can travel the world, I've been nothing come close to the golden coast. Why won't you party with the ice? We'll be falling in love. California girls were unforgettable. Daisy Dukes, the keys on top. Shut the fuck up! I'm the happy one. I'm the cool one. Пожалуйста, только живи, ты же видишь, я живу тобой. Моей огромной любви хватит нам двоим с головою. Хочешь в море с парусами, хочешь музык новых самых, хочешь... Хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь.
Всем привет, это канал Кок Сакер, и сейчас мы будем смотреть на 6 бесполезных кусков говна. Никому нахуй не интересную хуйню будем показывать вам. Мы позорники общества. Сегодня 18 лет, дай зажигалку, выключи свет. Никого звать тут, никого нет. Задуваю свечи под свист ракет. Я так давно бегу, что не знаю от чего. Я так молода и не знаю всего. Тебе тоже противно от себя смотреть. And I